Прекрасная новость для поклонников молодых актеров Илайды Алишан и Бурака Юрука. Они примут участие в новом летнем ромкоме. Что нам известно о проекте прямо сейчас? Телеканал «Д», который не смог договориться с крупными компаниями на летний сезон, решил вновь возродить свое внутреннее производство сериалов. Компания «Ичьяпым» восстала из пепла и готовит новый проект под названием «Летний сериал» «Бир Яс Дизиси», главные роли в котором сыграют Илайда Алишан и Бурак Юрук. Как следует из названия, это будет летний сериал, который расскажет о молодом актере и девушке, пытающейся стать актрисой. Вероятно, судьба сведет их на съемках летнего ромкома. Режиссер проекта Сердар Гезеликли хорошо известен по предыдущим работам «Наша история», «Любовь на показ», «Игра на удачу». Авторы сценария – Барыш Эрдоан и Илькер Арслан. Как известно, большинство летних сериалов проходят незаметно, не оставляя след в умах и сердцах зрителей. Однако в некоторых случаях звезды таких проектов получают настоящую популярность, которая дает путевку в более серьезные проекты. Какой из двух вариантов ждет новый сериал и их звезд, нам предстоит узнать этим летом. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.